Так, вторая часть видосика. Я немного сократил, потому что я, ну, там шел, ничего интересного снимать не было. Вот, я тут нашел про то, что я хотел рассказать. Картина вот эта. Как я говорил, там, как обычно, толпа народа. Сейчас обойду автобус, там уже ее видно будет. Вот она. Блин, как обычно, ее загородили, ничего не видно. Это знаменитый поцелуй. Братский поцелуй называется Брежнева и Хоникера. Эрик Хоникер — это последний генеральный секретарь ГДР был. Вот, картину нарисовал российский художник Дмитрий Врубель. Помимо, ну, самой темы, что целуются два деда по факту, она еще знаменита тем своей надписью. Она написана на двух языках. По-русски звучит: «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». На немецком: «Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Leben zu überleben». Вот. Что это значит? Такая любовь была, что при попытке бежать через стену людей просто убивали. Смертная у нас любовь ГДР и ФРГ. Вот, пойду я на ту сторону. На ту сторону, пока иду, расскажу. Смотрел тут, ну, вот эта картина, это один из самых известных символов Берлина. Она на магнитиках, на открытках, на плакатах, на календарях печатается. И тут смотрел интервью с Дмитрием Врубелем. У него спросили: Дмитрий, как вы вообще себя ощущаете, что самый известный символ Берлина вы подарили городу бесплатно? Все на нем зарабатывают, кроме вас. Ну, такое, ну, что поделать теперь уже? Селяви, как говорится. Вот сейчас я перейду на ту сторону, там прикольный берег такой. Тум-ту-ту-ту-ту-ту. Вот стена, тут часть убрали. Вот она, в ту сторону идет. В ту сторону, то есть я вот по вот этой ливневке я перешел на территорию ФРГ. Уже Федеративной Республики Германия. Германия, кстати, до сих пор так и называется. То есть Западная Германия, она как была, так и есть с 49 года. То есть в 90-м году там внесли небольшую поправочку в Конституцию, и 5 регионов ГДР просто вошли в состав. Вот. Как это говорится? Влились. То есть ГДР перестала существовать, а ФРГ продолжила. Сразу видно, всегда понятно, на какой стороне Берлина, западного или восточного, ты находишься. В восточном Берлине всегда вот такие вот мимимишные домики. Всегда. Ну, тут новая застройка, а там за ними, ну, совок прям такой махровый. Наши панельки любимые. Вот, что тут еще? Ну, я как говорил, это шпрее. Эти уже. Кораблики речные, трамвайчики уже работают. Отличительная особенность — обязательно вот на каждом речном трамвайчике обязательно есть столы, есть бар, где можно купить пиво, вино. Просто если в каком бы то ни было месте запретить пить, это автоматически провально. То есть в Германии пить можно всегда и везде, на улице, в любое время года. То есть это вот правило такое. Ну и еще
один из символов Берлина, вот этот знаменитый мост Обербаумбрюке, что переводится на русский «над деревьями». Обербаум, обернад, баум, деревья, брюки, мост. Вот там, смотрите, на той стороне уже ивушки распускаются. Вот, я сейчас перейду по этому мосту, туда, в восточную часть, и пойду гулять, поем где-нибудь, пообедаю. Вот, все, всем привет!